Трактор надо. Хорош! Хорош! Он прилетел, я думаю. Опните мяч, пожалуйста. Мужчина красавчик. Лёха, отойди на клинику, я приеду. Давай, давай, Саш. А, нормально, еще один шанс у меня есть. Дай шанс, дай шанс. Дай шанс. Это нам игра на любовь была. Да, да, я уже это сказал бы других, но это я сказал. Очень много. Мы ездили на соревнования в начале мая. Вот в Анапу на ССК остаться студенческий спортивный клуб. И там, ну, все, короче, университеты как бы страны, и все вот такие, ну, любительские, там, любого, там, как бы, есть уровень, ну, профессиональный такой, ну, вот так, любительский. И я, как бы, знакомился с Хабаровском, с парнями, они ваш канал смотрят, потом. Вот, и вот они смотрели нашу игру, и вот мы с ним познакомились, и вот. Да, да, да. Какой спорт? Что ты знаешь? Не видел, говорит, куда ставил. Хотя там
Нет, ну мы познакомились, он такой, мы из Иванова, он меня как бы не знает, он потом меня нашел уже, когда мы познакомились. Я просто знаю, ну смотрел как бы Ивановский, вот этот ваш канал. А ты что, вопрос задавал, кто там, рукой включенка? Ну это уже потом я ему, да, скинул уже, мы так посмотрели. Так что вот. Хорошо. Сейчас мы Серега, плохо. Не знает Евгений, я что-то готовлюсь. Мне как раз и не знает Лешо. Ну, у меня это, вот он просил вам привет просто передать. Передай привет ему. Хорошо. Так что вот. Боль там 108 разница, да? Ой, я, кстати, не знаю. Хабаровская. Ну, я плюс 8, там за час. Там час, там не будет. Ну, не, ну, если это трансляция, наверное, смотрит. А это вопрос записи. Сейчас вы будете потом разгрываться? Я туда большое. Ты сегодня в ударе, кстати, Леш. Хорошо играешь сегодня, повезло, получается. Ничего, повезло. Короче, простой переброс, хоть не будет сразу. Да, давай. Игра! Ну почему? Продолжение следует...
Нормальная линия ставить? Нормальная, ну. Сами со жопу пойдем. Просто, блядь.
Здорово. Досуг в плечи играть, нет? Что-нибудь.
Запомнил? Записал? Повтори. Напротив, сколько, дурак?